Okay, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием A Hit in Time. Hit? Я почему постоянно говорю hit? Hat. Ну, типа, шляпа и время. Временная шляпа. Hat in Time. Так, так, короче, у нас пошла херня, что нам нужно для дальнейшего прохождения... Необходимый предмет. У нас они отсутствуют. А это значит, мы с вами отправляемся в Next Loco. Это не она. Мы идем вот сюда. Так, вопрос, почему оно тут сияет? Все равно нихера не понял. А, теперь понял. Окей, что тут еще есть? Ты носишь лишь один костюм. Так это было. Ну, поехали тогда. Глава третья. Лес под сознанием. О, сразу разломщик у нас. Ага, где-то... Условия контракта. Лес под сознанием. Задача. Вернуть павший осколок времени. Слово дня. Реквием. Атмосфера напряженная. Поехали. Лес подсознания. Так, сначала подождем, пока Фаризи уйдет. Короче, с чистой совести могу сказать, что здесь немножко пиздец по FPS. Ты же там побывала, как жаль. Герой, ты уже там... Где там? Там? Туда пока что я не пойду. Badges are totally in right now. Сейчас значки реально в моде. Так мне передали. Так что купи что-нибудь, пожалуйста. Оу, щит, айкайст. Сокращать перезарядку шлем. Вот это куплю, конечно. Полезная вещь. Теперь только фармить осталось мне. Так, чтобы нацепить. Наверное, это она полезная. А, подожди, оно уже стоит. Избегать опасных падений. Ну хотя у меня... Я падал с высокой высоты, я не сдыхал. Окей. Так, наверх, я понимаю, тоже забраться можно. А, можно. У нее голос какой-то... странный стал. Bum bum bum.
Так, главное, чтобы меня не фризануло. Еще совсем еще чуть-чуть, дитя. Наверное, будет очень больно, если ты упадешь с такой высоты. Истерический смех. Ладно, уговорили. Я понимаю, что я рискую, но все же. Воу-воу-воу. Ух, черт. Оу, щит, оу, щит, оу, щит, оу, щит. Я понимаю, что я уже на высоте. И эта неизвестная реликвия может совпадать с другой? Что, пацаны, краш-тест? А, вон оно как. Ну, показывает, что домик туда. Ага, туда мне, значит, пока что ход закрыт. Ну, пойдемте тогда туда, куда мне в какой-то степени предлагают. О. Веселая петелька. Только неактивная. Что-то громко идет. И очень близко Тупица! Ты попалась! А просто волосилась, никто не смеет просто так появляться в моих владениях. Хотя, я вот что тебе скажу. Погоди минуту. Ты будешь жить. Точно. Ну и повезло же тебе. В обычном случае, я бы просто забрал твою душу и выкинул твое тело. Но тебе повезло. Ты выиграл в лотерею. Так как мне как раз не хватало безмозглого служащего. Именно. Предыдущий служащий погиб, его голова лопнула, и теперь мне нужен новый мальчик на побегушку. Я вот что тебе скажу, у меня завалялась тут одна бумажка, не волнуйся о деталях. Мне просто нужно, чтобы ты расписался, тут в самом низу. Данные участки леса будут доступны. Найти деревню. Контракт. Очистить колодец. Найти деревню, избавиться от духов, очистить колодец. Ну уже.
Не усложняй мне работу. Мне просто нет выбора. Подписывай. Я не... Наверное, неясно выразил. Мне плевать на твое мнение. Записывай свое имя. Или тебе ждет страшная смерть. Последний раз. Поставь подпись. Очень жаль. Я дал тебе возможность избежать печальной участи, а ты ее упустила. Нет, теперь никакой надежды на спасение. I dead? Вэй... Нет... Не говорите, что оно не сохранилось. В натуре. Давайте будем надеяться, что я нашел. Я забрал. Значит, по рукам. Мы в деле. Дай-ка я только побыстренько забираю это. Вы чувствуете крайнюю пустоту внутри себя. Упс, видимо, эта душа теперь принадлежит мне. Но не волнуйся, если быстренько разберешься со своими делами, то вскоре ты вернешь свою душу назад. И не смей забывать о нашем небольшом контракте. Я добавил его в твою escape меню, чтобы он оставался тебе на виду. И где оно, escape меню? А, все, понял. Окей. Ну что тогда мы делаем, ребят? Мы возвращаемся обратно. Если зона теперь вся открыта, там был проход в город. Не, меня не хотят пропускать. А ведь там видна зона. Рестурип. Какие-то червячки в масках. А, мне по факту просто нужно было взорвать яблоки. Какая-то жуткая пряжа. Но дело в том, что я сейчас сразу и сделаю. Фу, он остался. Реликвия. У меня 18, поэтому да. Маска обитателя. Какая жуткая маска. Нажмите Shift, чтобы посмотреть глазами обитателя. Yeah.
что? Окей. Ты знаешь, что мягкую часть фрукты иногда называют плотью? Нет, не знал. Я разлом нашел, походу. Найти деревню, готово. Хотя бы деньги можно пофармить. И то радует. Окей, окей. Это друг червячка? Как я понимаю. Ну, того челика, который вылазил недавно. Здоровый черепок. Уебать, пауки. Окей. Понимаю. Я застрял. Я-то понял, в принципе, что мне нужно было делать. А, это домики. Это домики такие. Приветики! Ты ведь не забыл про меня? Только не говори, что забыл. Как дела? Выполняешь условия контракта, лучше выполняй, не забывая наши сделки. Смотри, эти невероятно надоедливые огненные духи сидят вон там, в центре моей деревни. Их маленькие тани создают эти невероятно надоедливые барьеры, которые мешают мне попасть в другие части моего леса. Словно они пытаются покончить со мной, как мило. Избавься от них. Мне плевать, как ты это сделаешь, если они будут страдать за вторжение в мои владения. Неважно, марш за работу, солдат. Это не отпуск, а уже... Я уже теряю терпение. А почему солдат? Там было написано труп, кажется. Или солдат. Have you come? Что новенького? Сокращение перезарядки. Но я не знаю, насколько сокращение и стоит оно вообще того. Так, оно все равно становится неосязаемым. Мы хотим умереть! Ура! Мы хотим пылать ярко и сгореть дотла, стать облаком дыма. Нашему костру нужно больше топлива. Подойдут лишь лучшие картины. Ты поможешь нам? Мы хотим умереть, ура! Мы хотим... Окей. Может, ты сможешь разбить лед с ними для нас? С этими обитателями так трудно договориться. Не давай свое тело расстроенным духам, дитя. А, то есть...
Я понял. Maybe you could break the ice with them for us. These dwellers are so... Это неизвестная реликвия. Фломастер. Окей, давайте вообще я хочу немножко разобраться, куда... Где я? Куда мне? Там местность, я понимаю, снова здоровая. Ага. Вот так вот, да? Окей, червячок. Let's go. А, меня еще и задело. Плохо. Плоховато. Так, плюс еще один. Так, давайте, наверное, все-таки сюда поставлю камеру. А вдруг тут будет что-то понятно? Кто знает? А ведь никто не знает. Так, сейчас, подождите, я должен немножечко... Ты должен найти огненные духов, чтобы раз... Так, на стену. Ну... Окей. Так, это же я барьер, да? Уничтожаю. Окей, где еще уничтожил? Это призраки? А нет, это облака. Подожди, это кто? Ой, ладно. Червячок, червячок. Так, туда вниз можно зайти, походу, в дерево. Решетка закрыта. А, как раз я все картины нашел. Мне не обязательно сейчас сразу идти. Сначала все пособираем. Вот здесь нужно полет. Еп, там паркур по деревьям пошел. А вы хотите, чтобы я сейчас сразу пошел по паркуру? О, сундук. Неплохо. Ну, поверьте, нам потом карты с паркуром проходить. По-любому. А, по-любому я говорю, потому что я это знаю. Так, что мне от этого паука? Их нужно атаковать, я думал, они как это, шарики.
Неплохо. Сразу взорву. По факту я могу сразу туда попасть. Или нет? Куда я дальше пойду, если по пауку пойду? Понимаю. Ждите, пока я долезу до туда. О, бля. Окей. Главное не тупануть, потому что я начинаю тупить уже. Опа. А туда я, по сути, вниз могу спрыгнуть. В натуре? Не могу? Лол. Ладно. Значит, зря я полез. Стоп, а где картины? В смысле? You'll come with me. Ладно. I'll borrow you real quick. You'll come with me. Thank you. Большое спасибо. Ура. Ура, барьер снялся. Найс. А теперь мне заново, блядь, лезть. Отличная работа. Пожалуйста, скажи, что они страдали. Ты убила их, верно? Уверен, ты задушила их. Хорошая девочка, ха-ха. Однако, не думаю, что я с тобой закончу. В моем лесу полно этих вредителей, и ты должен разобраться с каждым. Далее в этом списке дел. Очистить колодец. Все верно, ты. Теперь ты водопроводчик. Поздравляю с повышением. Мне также есть кое-какая другая работа для тебя, которую я не могу сделать сам. И да... Пока я не нуждаюсь в тебе, ты будешь жива. Хорошая сделка, да? Хватит разговоров. Похоже, ты справился сразу с несколькими заданиями. Давай-ка заключим дополнительный контракт. Выбери один, но только один. Разве не захватывающий дух, когда подписываешь свою жизнь? Акт 5. Доставить посылки 10 моим помощникам. Но я лучше тогда этот возьму. Пробраться в особняк, выяснить, что на чердаке. Хороший выбор. Будем надеяться, что ты это... этого подходишь. Ты ищешь осколки времени, верно? Я нашел один, пока преследовал одного беднягу. Можешь оставить его тебе, но я всегда один раз награжу тебя за выполнение частных контрактов. Потому что знаешь что? Я не обязан этого делать. Стоп, то есть вы хотите сказать, я выиграл? Ну, если я возьму часы, то это все. А я тогда говорю нет. Я буду лазить. Так, по идее, меня должны сюда теперь пропустить. Потому что барьер спал. Да? Отлично.
Все, мы теперь на болотах будем тусить. Плюс шарик. Как понимаю, болото меня сразу ёбнет. Поэтому мне в болото лучше вообще не прыгать. Я понимаю, что я забираю часы. И это все. В смысле? Там все еще барьер стоит. Лол. Окей. Подождите, откуда я пришел? Я пришел отсюда, да? Мне интересно, если везде барьер убрался, я пойду туда, куда я не мог тогда попасть. Да. Эта херня меня замедляет, и я умираю, походу. Так, а если по кувшинкам? Понятненько, как это дело работает. Подожди, то есть... А, нет, пропускает. Keep out, keep out. Сейчас, на данный момент, мы ищем с вами колодец. Да. Не очень. Мы хотим умереть, ура! Мы хотим... Две картины надо. Территория, смотрю, здесь очень здоровая. Подожди. Основной. Здесь, короче, три из разлома одни часы есть и три часа... Просто три часика. Давайте тогда по местности смотреть. И есть и сюда проход, но... Сюда только по деревьям. Ага, так я не сделаю это дело. Так, монетка. Мне эта монета нужна. Это мы сделали. Что дальше? Мне немножко нужно
сообразить, куда мне и как. У меня буквально утопающее чувство от этого места, понимаешь? Говорят, если позвонить в определенный колокол, объекты из другого измерения могут появляться. Так, как я понимаю, это ко мне, да, сейчас идет речь? Да ну блять, алло, запрыгни на тупую вещь эту. В натуре. Опа, подошли. Это за вот это, да, колодец говорится? Как я понимаю, это за него. Ладно, давай, колодец. У нас контракт, как-никак. Стоп, вы хотите сказать... Это одна глава такая? Давайте тогда, может, на этом с вами закончим? Поэтому... Хотя... нет. Хотя... подождите. Ау. Понимаю. Так, давайте сразу, для понимания. Что у нас тут есть, чего у нас тут нету. Здоровый квадратик тут есть. В чем сложность? А вот это пойдет вместо фотика. Вот это пойдет вместо фотика. Наконец-то. Что-то полезное. Ага. Да ты можешь обернуться. Короче, ладненько. Давайте здесь, я думаю, закончим, потому что дальше там начнется тоже что-то
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.